Доброе утро! Пар изо рта идет, я вас вообще не вижу, если честно. Ну, в общем, сегодня суббота, время 9:30, и мы едем на набережную перед завтраком. Мы попили все дружно водички, Санька съел бананчик, и едем нагуливать аппетит. Дима решил сполоснуть машинку. Тут такие тетеньки прям машины моют. Дяденьки моют свои машины, все время народ здесь много. О, красный, красный все. Так хорошо, когда у тебя таких двое хозяйственных мужчин в доме. А Санек так с удовольствием во всем помогает папе. Молодец. У нас, кстати, в машине теперь есть люк. И у нас теперь есть светло. Это была Димина фишечка. Он очень хотел машину с панорамным таким вот окном. Ну что, тебе понравилось машину-то мыть? Кушать хочу. Все, сейчас уже едем. Мальчишки мои в пуховиках в марте. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. Красота-то какая, ребята. Смотрите, какой красавец, жирный прям. Красивый, толстый, прям. И там какой-то фиолетовый. Ну-ка, Сань, покажи им, как надо бегать. А уточек? Мы с Саньком сделали планку. Я предварительно пробежала там полкружка небольшого, совсем так, для разминки. Вот. И потом Санек выдержал минуту в планке, а я минуту 20. И теперь пришли на площадку для воркаута. Ну, сейчас так посмотрим, что здесь маленько. Подышим и поедем домой завтракать, уже есть хода. Все, едем завтракать! Кто голодный? Я! Ты голодный? Да, подголодался. Пока ехали домой, снег шел, сейчас опять солнце. Чудо погода у нас. Такая вот капризная женщина-весна. Мы уже переоделись, позавтракали и едем за Марусенькой. Привет, Марусенька. Привет. Лучше пока. Дочь забрали. Скажу, едем в город. Давай. Пока жду, пока Саша одевается. Папа соскучился по дочи. А мы приехали вон туда. Сейчас пойдем. Поля, тут столько вывесок. Я говорю, Поля, угадай, куда мы идем? Она такая, в кресло маркет. Я говорю, почему? Она говорит, не знаю. И угадала, представляете? Мы правильно идем в кресло-маркет. В общем, в этом магазине много кресел, но очень мертвый менеджер. Нельзя так работать. Вот нельзя. Мы приехали, готовые купить кресло. Еще как-то так. Мы сейчас доедем быстренько до Тритона, а потом, наверное, доедем до Тандема, потому что кресло очень хочется выбрать хорошее. Поля сидела на всех. Примерялась, пробовала, но пока вот так, чтобы вау какой-то, такого не было. Мимолетная. На секунду понравилась, а потом поняла, что спинка короткая, и вот сиденье короткое. А мне все понравились. Поля пересидела во всех креслах мира. Пойдем дальше, пойдем. А я сижу в кресле, которое понравилось мне. Можно качаться, кататься. Саша решил, что ему тоже нужно кресло. И, в общем, мы взяли вот такое. Потому что у них такие кресла совсем простые, с Икеи, деревянные. Ты доволен? Сидят, ждут, такая папа платить больше. Мы решили перекусить. У меня открытая шаварма. Я стараюсь не есть соус. А дети наяривают. Санек бургер.
А Поля наггетсы с картошечкой. Так, ну-ка, угадайте-ка, чего это мальчишки мои так улеглись? Пам-парам-пам. И телевизор выключился. Вот, теперь как будут проходить наши классные весенние вечера. Мальчишки играют. Ой, Саша ждал этого часа. Да, Саша? Мы только что приехали из магазина. Решили сделать сегодня праздничный ужин, посвященный окончанию третьей четверти детей. Купили вкусную рыбку. Она благополучно пока лежит у нас на столе. А меня накрыло немножечко, что-то очень низкое давление. А Полечка делает пирог с черникой. Растирает. Четко делает. Тщательно растирает. Масло с сахаром. Масло с сахаром. Будет вкусно. Где самая сильная девочка? Вот она. Вот тебе, вот. Угадай, о ком я сейчас думаю, да? Вот какое тесто получается у Полечки. Я думаю о моей ученице по химии, которая не хотела мне справить четверку на пятерку, из-за этого у меня вышло 4. Да, у Поли по химии 4,5, получил средний балл, округлили почему-то в сторону четверки. Несправедливенько. Ну ладно. Вряд ли химик из тебя получился бы. Ну просто общий вид портит. Так-то да. Еще час будет тесто потом стоять, да, в холодильнике? Да. Димуля жарит рыбку. Я сделала помидорчики с сыром, чесночком. Помидоры очень вкусные. Полиша здесь колдует над пирогом. Видите, какая красота. Мама, смотри. А Саша издевается над собакой. И выгуливает кокоса. Такой у нас стол получился. Дима еще порезал огурчики с травками. Сейчас будем кушать. Потом еще покажу пирог черничный. И все, им будем спать.